Всем привет, меня зовут Ксения, и ох, как меня достали умники, которые пишут: а, ты ушла с бинарок, ты, короче, все, типа там, не заработать, ты это поняла? Я не ушла с бинарок, я просто создала новый канал, где я торгую, он, кстати, по ссылочке в описании. И именно сейчас, именно вот в эту минуту, там вышло видео, как я на Pocket Option разгоняю минимальный депозит. И прежде чем перейти туда и посмотреть, вообще послушайте предысторию, посмотрите, откуда у меня получился этот минимальный депозит. Сижу я, значит, такая, что-то мне, блин, хочется новых ощущений, зайду-ка я на Pocket Option. Реально, захожу, и там настолько площадка изменилась с тех времен, когда я торговала. Ладно, думаю, фиг с тобой, просто я сразу вам говорю, я не перехожу на Pocket Option, это просто проба по многочисленным просьбам подписчиков, все. Закидываю, значит, туда $50, просто попробовать. Ну, как бы я рекомендую всегда от сотки торговать, минималка это совсем жесть. Думаю, ладно, закину 50, такой среднячок для пробы. Разогнала, значит, эти $50 до 112. Сейчас вы увидите, кстати, это после того, как я вам все расскажу, вы будете смотреть, как мне это удалось. За несколько минут я с $50 сделала 112. И, в принципе, достаточно уверенно. И дальше думаю, ладно, выведу, короче, сотку, 12 оставлю, попробую разогнать. В итоге 12 у меня получилось разогнать. Это вот по ссылочке в описании вы посмотрите. А вывод до сих пор пытаюсь записать. Как только я увижу, что вам реально интересна эта тема, я обязательно выложу видео с выводом, расскажу, с чем я столкнулась, с какими проблемами. Потому что в этот раз я зарегистрировала там аккаунт абсолютно анонимно. То есть даже догадок не могло быть, что это я. И в принципе я так предполагаю, из-за того, что Pocket не понимают, кто там торгует, поэтому у меня возникли некие трудности с выводом. Но об этом я вам расскажу вот буквально на днях, опять же, на втором моем канале по бинаркам. В общем, ладно, ребят, не буду много разговаривать. В принципе, уже достаточно поболтала. Продолжайте смотреть это видео и проанализируйте, почему у меня получилось так быстро разогнать депозит. Хейтеры, как всегда, будут писать: а, это потому что ты много ставишь. Понимающие люди сделают выводы. Просто наблюдайте, кайфуйте и, может быть, что-то для себя черпайте. По многочисленным просьбам, просто десятки сообщений мне в разные соцсети пишут: попробуй, поторгуй на Pocket Option, он изменился и так далее. Почему ты не торгуешь на Pocket Option? Вот, решила теперь попробовать. Сейчас при вас пройду регистрацию, пополню депозит, чтобы вы прям все видели. О, какая простая регистрация. Так, ну ладно, уроки мы не будем с вами проходить, давайте пополним. Будем пополнять с карты. Так, ну на сколько давайте пополнимся? Минималка $5, рекомендую всегда на соточку. Ай, давайте на 50 пополнимся. Так, бонус мы брать не будем. Так, шикарно, все, мы пополнились на $50, переходим в торговую площадочку. Так, по правилам money management я всегда говорю, что нужно торговать с суммой сделки от 1 до 5%. 5% это примерно $2.5, то есть первоначальная сделка, давайте, у нас будет $2-3. 3. Ой, как тут все как-то сложно. Так, на 30 секунд $3 вниз. Блин, как интересно на самом деле. Давно уже не торговала на Pocket Option и увидела, что сейчас появились отложенные сделки, вот такие всякие фишулечки. Круто. А интересно, меньше время... Нет, меньше 30 секунд нельзя. Так, сделочка не оправдалась. Давайте посмотрим другой таймфрейм. Попривыкаю чуть-чуть к площадочке. Что так прогружается-то? Фигово. Посмотрим другие активы. Увидела здесь уровень сопротивления. Посмотрите, его видно невооруженным глазом. Сейчас идет третье касание как раз-таки. Так, сделочки зашли в плюс. Теперь мы возьмем чуть-чуть больше времени экспирации и откроемся на повышение, также на $3. Соблюдаем money management, то есть не психуем, не делаем каких-то пока что резких движений. Хоть у меня достаточно интересный стиль торговли, но все у нас должно быть взвешено. То есть для меня сейчас, я скажу так, эта площадка новая тем, что она очень изменилась. У меня было время, когда я торговала на Pocket, но сейчас абсолютно все по-другому, поэтому мне не совсем привычно. В идеале мне, конечно, нужно было открыть сейчас демо-счет и торговать на нем, но я думаю, что вам неинтересно будет смотреть, как я на демке торгую. Поэтому вот решила сразу так показательно залить. Посмотрите, уровень. Тут просто все показывает к тому, что цена сейчас должна хорошенечко уйти вверх.
Оп, четкий отскок прям вот от горизонтального уровня. На 30 секунд вниз. Цена находится в зоне сопротивления. Также на 3 доллара. То есть, если здесь я отбиваю по Мартину, то здесь я беру уже опять же первую ступень. Сделочка зашла в плюс. Ожидаем. Здесь уже не буду открываться на понижение, потому что все показывает к тому, что пробивается сопротивление. Вот здесь где-то можно уже будет открыться на понижение от уровня сопротивления следующего прям пиковой точки, так скажем. И вот здесь, в принципе, тоже. Ну, то, что мы сейчас видим, да, цена дошла вот до данной зоны сопротивления. Я пока не знаю, как здесь рисовать линии, точнее, не помню. Поэтому все приходится оценивать визуально. На 5,5 минут первая ступень вниз. 3 бакса. Взяли в данной зоне сопротивления. Почему именно на 5,5 минут? Посмотрите. Если смотреть вот эти две ситуации, в течение нескольких минут уже, вот если здесь посчитать 5,5 минут, то цена будет уже прям низко-низко. То есть мы с вами сейчас как раз-таки сделали упор на это, что да, она успеет, может, еще дойти до этого уровня, мы схватим догончик, может, еще докуда-то дойдет, еще догончик возьмем. Но вообще через 5 минут, так, оп, вторая ступень. Через 5 минут она должна оказаться где-то вот, ну, хотя бы где-то вот здесь. И третья ступень еще. Все, теперь просто ожидаем. Уже видим, что у цены нет сил подниматься дальше. Поэтому добиваю. То есть это не какой-то азарт, это не какой-то псих, это тот агрессивный мой любимый вид торговли, который я использую очень часто. И который я обычно использую в разгоне маленьких депозитов. А в данном случае 50 баксов это, ну, один раз в магазин сходить, скажем так. Так, самая маленькая сделочка у нас зашла в плюс. Ждем дальше. Но посмотрите, все произошло, как я вам говорила. То есть мы открывались на 5,5 минут, цена успела там потанцевать где-то наверху, дойти до верхнего уровня сопротивления и вернуться обратно. То есть вот этот рыночный шум прошел, и как я и планировала, я взяла догоны, и вот буквально 30 секунд до конца сделочек остается, и я думаю, что все будет четко. И последние сделочки. Блин, хочется на самом деле еще открыться, но я считаю, что на этом результате нужно тормознуть. Потому что, ну, азарт, он может сейчас меня поглотить, я могу открываться здесь на повышение, брать догоны, а потом бабах, фигуры перестанут себя показывать и отрабатывать. Я считаю, что то, что я увеличила депозит более чем в 2 раза, это очень хороший результат. И вот как раз-таки тем, что я сейчас останавливаюсь, я показываю вам, как нужно действовать. То есть зафиксировали прибыль, ушли. Зафиксировали прибыль, ушли. Я не знаю, может, я продолжу разгонять этот депозит, может, я сейчас его выведу. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вот. Также приглашаю вас в свою закрытую группу, где ежедневно с понедельника по пятницу мы торгуем в режиме лайв. Пишите по ссылочке в описании, хочу в команду. Блин, какой четкий уровень, но нет, 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 я не сломаюсь ни в коем случае, потому что я для себя решила, что все, останавливаюсь. А я знаю, что в таких ситуациях, вот раньше у меня было, я хватала сделочки и торговала, торговала, типа, да, я крутой трейдер. Нет, все, останавливаемся. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока.